Привет, друзья! Скоро наступит лето, это значит, что настало время рассказать вам о летних лайфхаках. Поэтому в сегодняшнем видео я собрал для вас целых 20 лайфхаков для лета. Я очень старался над этим видео и прошу вас его оценить и поставить лайк. Если вы собрались на прогулку, чтобы выгулять собаку, но на вас одежда без карманов и вы не знаете, куда положить ключи от дома, тогда прицепите их к ошейнику вашей собаки. Теперь можно гулять и не бояться за то, что вы потеряете ключи. Чтобы мороженое оставалось мягким в морозилке и не затвердевало, просто положите его в зип-пакет. А если его у вас нету, используйте обычный пакет, который нужно завязать. Когда вы катаетесь на велосипеде, любой предмет может легко выпасть из кармана, например, деньги. Чтобы избежать такой ситуации, сбоку руля достаньте заглушку. Внутри есть отверстие. Именно туда вы можете положить деньги и не бояться, что вы их потеряете. Если у вас нет кондиционера, а вам жарко, вы можете сделать его сами. Наберите в бутылку воды и заморозьте ее. Теперь возьмите вентилятор или фен и включите его. Если это фен, нужно включить его в холодном режиме. Поставьте бутылку со льдом и наведите струю воздуха на нее. Проходя сквозь бутылку, воздух будет становиться прохладным, и это ускорит процесс охлаждения помещения. Если вам нужно быстро охладить напиток, поместите его в лед и добавьте соль. Произойдет реакция, и уже через несколько минут напиток будет холодным. Для розжига костра используйте обычные чипсы. Их легко поджечь, и они долго горят. Также чипсами можно заменить уголь, если вы хотите сделать шашлыки. Бывает такое, что мороженое на палочке очень быстро тает и начинает капать на руки. Чтобы не вымазать руки, возьмите формочку от кекса и наденьте на палочку у основания мороженого. Теперь все мороженое будет капать или стекать в формочку. И если вам лень поливать растения, вы можете сделать опрыскиватель. Возьмите бутылку и прикрепите ее к шлангу с помощью скотча или изоленты. Затем в бутылке сделайте несколько отверстий с помощью гвоздя и включите воду в шланге. Получится вот такой опрыскиватель, который будет сам поливать растения. Если у вас нет мороженого, а вам хочется чего-нибудь холодненького, вы можете сделать мороженое из банана. Чистим банан и ломаем или нарезаем его на ломтики. Далее помещаем в морозилку. После того, как ломтики банана замерзли, кладем их в блендер и перемалываем. По желанию можете что-нибудь добавить, например, сахарную пудру или мед. В итоге получилось вот такое вкусное мороженое. Если вас покусали комары, а вы не успели заблаговременно применить спрей, мазь или любое другое средство, воспользуйтесь зубной пастой. Просто нанесите немного на укус, и зуд сразу же прекратится. Сделайте себе бутерброд с мороженым. Отрежьте кусочек мороженого и положите его между печеньями. Это будет лучший бутерброд для лета. Заморозьте влажную губку в морозилке, и если вы что-либо ударитесь, приложите эту губку к месту ушиба. Лед внутри губки при таянии не будет капать, так как губка будет впитывать воду. Но после того, как боль пройдет, чтобы на месте ушиба не появился синяк, приложите к нему шкурку от банана. Чтобы в летнюю жару не хвататься руками за перегревшееся рулевое колесо, перед парковкой поверните его до упора. Оставшаяся в тени часть руля будет защищена от солнца и не нагреется. Ну а чтобы сделать мороженое фруктовый лед, возьмите стакан и налейте в него сок. Приклейте к стакану скотч, сделайте отверстие и вставьте любую палочку. У меня это одноразовая вилка. А теперь отправьте в морозилку и дождитесь, когда сок замерзнет. Теперь нужно достать мороженое. Если не получается это сделать, поместите стакан на несколько секунд в теплую воду. В итоге получилось вот такое вкусное мороженое фруктовый лед. Если вы пьете напиток из стакана и боитесь его нечаянно разлить, натяните на стакан пищевую пленку и вставьте трубочку. Теперь даже при сильной тряске напиток будет оставаться в стакане. Летом ездить на велосипеде без обуви очень неудобно. Чтобы это исправить, прикрепите к педалям велосипеда губки. Теперь можно ездить на велосипеде босиком. Чтобы быстро почистить клубнику, используйте трубочку. Вставьте ее в клубнику и вдавите. В итоге клубника очистится даже от белого стержня, который находится внутри.
Если вы носите тапки через палец, я думаю, вам знакома ситуация, когда они вот так вот разрываются. И починить их довольно трудно. Чтобы избежать этого, возьмите вот такую штучку, с помощью которой открывается баночка колы. И наденьте на нее тапок, как показано на видео. Теперь тапок прослужит вам еще долго. Возьмите бутылку, наберите в нее чуть меньше половины воды и заморозьте в морозильнике, положив ее в горизонтальном положении. Теперь, когда вы собираетесь на прогулку, достаньте бутылку и долейте туда холодной воды. В такой бутылке ваша вода будет оставаться холодной, пока весь лед не растает. И если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это будет лучшая благодарность мне за проделанную работу.